Жительница Якутска Таиса Прокопьева в наступившем 2018 году получит проиндексированную пенсию. Изменения размеров пенсии и других социальных выплат произошли уже с 1 января 2018 года. Мне сказали, что в январе будет индексация. Раньше в феврале было, а в этом году будет в январе. Буду получать индексированную пенсию. Индексация с 1 января коснется всех видов страховых пенсий. По старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Коэффициент индексации составит 3,7%. Индексация, как и в прошлом году, коснется только неработающих пенсионеров. В наступившем 2018 году имеется ряд новшеств в пенсионном обеспечении. Ну, самое первое, то, что в январе мы уже начали выплату неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий, уже проиндексированных на 3,7% страховые пенсии. Если раньше эта массовая индексация была, у нас проходила, как обычно, в феврале, то вот в наступившем 2018 году принято решение эту индексацию провести уже с начала года. Также с 1 января 2018 года вступил новый вид социальной пенсии для детей, родители которых неизвестны. Речь идет о детях, которые сразу после рождения были подкинуты, оставлены матерью или родителями. Мы в течение прошлого года с органами опеки, с органами социальной защиты провели подготовительную работу, выявили 7 таких детей, и 3 из них уже являются получателями пенсии по инвалидности. 4 мы уже вот установили социальную пенсию новую. А когда же ожидать повышения пенсии работающим пенсионерам? В ведомстве отметили, что дальнейшее повышение произойдет с 1 апреля. Выплаты будут повышены работающим, так и неработающим пенсионерам на 4,1%.